Здравствуйте все! Сегодня я буду хвастаться, демонстрировать свои работы. Первая маечка, второй халатик, юбочка, да, и платьице. Первым делом маечка-свитшотик. Длиной до талии, очень удобная. V-образный вырез на груди и на спине. Можно комбинировать как с брючками, так и с юбкой. Прогуляемся по летнему саду, полюбуемся живописными растениями. И вот обещанный халат. Помните, я его раскраивала? Есть отдельное видео об этом. И вот получился потрясающий, удобный и нежный халатик. И теперь юбочка. Какая интересная ткань. Она уже в плесе собрана. Посмотрим. Ого! Это готовая юбка. Пояс и юбка с одним швом. Потрясающе. Здесь я хочу показать, что внутренняя сторона выглядит довольно симпатично. Точечками узор выполнен, а лицевая сторона должна быть вот такой в полосочку. Она выглядит поярче, повеселее, но полоски остаются горизонтальными. Вот даже не знаю, какую выбрать. Точечками или в полосочку. Наверное, в полосочку, потому что она немножечко посветлее. В магазине продается отрез для юбки вместе с резиночкой. Вот, кошечки пришли, мяукают. Вот, резинка выглядит вот так. И над резинкой еще полоска ткани для того, чтобы я ее свернула и подшила. И вот она готова. Запах я закрепила кнопками. Одна кнопка большая на талии и сантиметров 15-20 на уровне бедер. Вторая кнопка крепкая. Ну а внутренние кнопки я сделала магнитными. Тык-тык. И юбка легко снимается. Я скомбинировала юбку с черненьким пуловером, легким, длиной до талии. Это выгодно подчеркнет силуэт. И в современных тенденциях красиво будет подобрать к линии серебряных нитей на юбке вот такую сетчатую кофту. Она также выполнена из серебряных нитей. И вместе будет выглядеть очень красиво. Под нее можно также надеть белую майку. Продолжаем гулять в летних садах. Мимо такой красоты пройти просто нельзя. Внимаем ароматы. Наслаждаемся черешней. Она уже вся поспела. И переходим к платью. Платье выполнено почти из цельного отреза ткани. Перехвачено только поясом. И по плечам сделана кулиска, в которую я решила вставлять
самой разноцветной ленточки. Ну, потому что ткань позволяет. По настроению я могу выбрать в одно плечо голубую ленточку, в другое плечо розовую. Или же в одно плечо красную фуксию, а в другое плечо зеленую яркую ленту. И вот такие разные комбинации я показываю. Вместо обычного пояса из такой же ткани я подобрала розовый кожаный ремешок. Мне он очень нравится. Ну вот так. Продолжайте наслаждаться летом.